Дорогие друзья, в эфире Экорейт, и мы снова к вам с хорошими новостями. В поисках справедливости мы нашли ее в Московском арбитражном суде, где в ходе судебного разбирательства с компанией «Эмеральд» из Республики Татарстан одержали сокрушительную победу. Напомню, что мы туда отправлялись и зафиксировали огромное количество нарушений на промплощадке этой компании. Однако вместо того, чтобы налаживать свои производственные процессы и устранять эти нарушения, они не нашли ничего лучше, чем пойти в суд с иском и признать клеветой все то, что мы выявили. И сегодня в студии мы вместе с Региной Гельмановой, которая помогала нам бороться за справедливость и за правду в арбитражном суде города Москвы. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще юридические возможности этого истца, насколько они подготовились, какие у них вообще были шансы на победу? У нас работала команда юристов над этим делом. Дело началось в ноябре прошлого года. Решение полгода, было... получается, ушло на то, чтобы суд понял, да, и все убедились, что это все абсолютнейшее несусвятица все их исковые требования, которые они предъявили к нам. Решение, мы считаем, было полностью законным и обоснованным. Мы в своей позиции также были уверены. Мы подтвердили фактически каждое слово, которое было в видео. У нас были доказательства, в том числе те пробы земли, которые вы брали в первом видеоролике и предоставляли эксперту. Мы предоставили, в свою очередь, в суд заключение эксперта по этим пробам, которые подтвердили, что и вправду почве были превышения нефтепродуктов и других элементов. Мы всегда работаем с четкой доказательной базой, и если Экорейт приходит к вам, не надо бегать по московским судам, а лучше обратите внимание на себя, на свою производственную деятельность и начинайте устранять те нарушения, которые мы зафиксировали. Также в ходе судебного разбирательства команды наших юристов делали запросы в различные государственные органы Республики Татарстан, это в том числе Татарская природоохранная прокуратура. Часть из ответов на запросы подтвердили, что ранее компания «Эмераль» также привлекалась к ответственности в связи с некоторыми нарушениями экологического законодательства. Поэтому все эти ответы, они были предоставлены судье, они находятся в материалах дела, и мы также подтверждали, что в целом нарушения ранее со стороны компании «Эмераль» также были. В свете победы в суде нам хотелось бы, конечно, обратиться в первую очередь к учредителю компании, уважаемому человеку в Республике Татарстан, это Галиев Марат Ибрагимович, который мало того, что возглавляет ассоциацию переработчиков с отходами, он же еще является и депутатом Госсовета, и при этом сейчас он, по нашей информации, находится в зоне СВО. И мне очень обидно и неприятно, что в то время, когда такие уважаемые люди, профессионалы, находятся на важных рубежах, защищая нашу родину, местный менеджер на местах позволяет себе творить вот эти вот чудовищные безобразия, которые мы фиксируем, о которых мы расскажем в наших сюжетах, и они после этого пытаются еще обвинить нас в клевете. И в данном случае я хотел бы как раз обратиться к Сергею Юрьевичу Пашкову, директору компании, который в то время, как его патрон находится на рубежах нашей родины, защищая нашу страну, позволяет себе творить вот эти вот чудовищные безобразия. И в то время, когда мы его ловим на этих чудовищных безобразиях, вместо того, чтобы их бежать и устранять и приводить свою деятельность в соответствии с законодательством, он не находит ничего лучшего, чем тратить деньги компании на командировки в Москву, на какие-то совершенно бездумные, бесполезные иски. И вот полгода фактически, что шел этот суд, полгода регион потерял. Потому что все эти нарушения, которые мы зафиксировали, они оказывают влияние на природу, на окружающую среду республики. Адвокатское бюро города Москвы «Соколов, Трус и партнеры», в свою очередь, готово всегда посодействовать экологическим организациям, которые занимаются выявлением нарушений экологических, выезжают на места, где происходят эти происшествия, которые фиксируют эти происшествия, обращаются в государственные органы, правоохранительные органы и, конечно, заботятся о планете и о России в целом. Спасибо большое. Это на самом деле очень ценная помощь, очень важно, потому что, естественно, мы в своей работе привыкли заниматься выявлением нарушений, предупреждением различных вот этих вот правонарушений в экологической среде. И, конечно, нам очень иногда сложно оказываться в суде и отвечать по каким-то совершенно надуманным искам, но благодаря таким замечательным адвокатам, которые сегодня есть, которые нас поддерживают, мы, собственно, и добились этой победы, и не где-то, а в Московском арбитражном суде. И поэтому я надеюсь, что, получив вот это решение суда на руки, еще раз утвердившись в правоте всего, что мы делаем, мы будем работать еще активнее, еще эффективнее и еще больше привлечем нарушителей к ответственности, тем самым сделав нашу экологию
немного чище и светлее.